Президентскую резиденцию в Кустанайской области отдадут под реабилитационный центр для детей с инвалидностью, с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата. В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарт Токаева при акимате Кустанайской области была создана рабочая группа, которая рассмотрела ряд предложений от общественности и заинтересованных государственных органов по дальнейшему использованию региональной резиденции. Согласно принятому решению, новый центр будет оказывать комплекс необходимых специальных социальных услуг, которые направлены на оздоровление и социально-реабилитационные мероприятия. Время реабилитации теперь будет увеличено с 14 дней до 21 дня. Для переоборудования резиденции под реабилитационный центр из средств местного бюджета планируется выделение соответствующих средств на обеспечение доступности зданий для детей с инвалидностью и оснащением необходимым реабилитационным оборудованием. В текущем году будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ. В данном случае это будет реабилитационный центр для, по линии социальной защиты для детей с инвалидностью. Сегодня мы, конечно, имеем при реабилитационном центре для лиц с инвалидностью, там, где у нас взрослые проходят реабилитацию. У нас там развернуты койки, и уже в прошлом году мы провели реабилитацию порядка 191 ребенку. Но учитывая, что в реабилитационном центре для детей у нас предусматривается реабилитация для психоневрологическими патологиями и также с нарушением опорно-двигательного аппарата, таких у нас на сегодня детей с инвалидностью порядка 2000. Конечно же, те мощности, которые, те койки, которые были развернуты на базе взрослого реабилитационного центра, мы видим уже, они недостаточны, потому что на сегодня мы уже порядка 600 индивидуальных программ реабилитации имеем на руках для того, чтобы оздоровить детей. Также, передав данную резиденцию для нужд детей с ограниченными возможностями, мы позволим расширить с 14 дней, это были высказаны пожелания родителей, которые уже у нас проходили реабилитацию, до 21 дня. И в течение года данная резиденция нам позволит сделать охват порядка 900 детей в год. Это, конечно же, большой прорыв, большое достижение. Это большая помощь тем семьям, которые имеют детей с такими патологиями.